6 ноября у всех знаков зодиака появится возможность заново оценить свои возможности, поставить новые цели и начать движение к их достижению. Овны, у вас впереди удачный день в финансовой сфере. Возможен незапланированный доход, получение премии или прибавки к зарплате. Используйте свое обаяние, будьте дружелюбны и общительны с окружающими. Полезно провести вечер вне дома, повеселиться в шумной компании, познакомиться и пообщаться. Тельцы, вам нужно немного сбавить активность на работе и дать себе отдохнуть. Перенапряжение может негативно отразиться на вашем самочувствии. Сделайте себе небольшой подарок, сходите на массаж или в парикмахерскую. Общение 6 ноября доставит вам удовольствие и поможет эмоционально перезагрузиться. Близнецы, у вас боевое настроение и высокая работоспособность, однако вашим планам могут помешать обстоятельства. Придется подстраиваться, заниматься не тем, чем вы рассчитывали. Вторая половина дня будет более удачной для деловой активности, личных встреч или свиданий. Раки, мечты или идеи, которые посетят вас новым днем, имеют большие шансы вскоре осуществиться. Поэтому звезды советуют провести некоторое время в одиночестве, пофантазировать. Инициативы принесут вам успех. Не бойтесь вносить предложения или брать на себя ответственность. Львы, вам не стоит делать покупки или тратить крупные суммы. Надо включить режим экономии и не открывать свой кошелек лишний раз. Эмоциональный фон может быть повышен. Чаще общайтесь с близкими людьми. Делитесь с ними своими переживаниями и сомнениями. Девы, проверяйте всю информацию, которую получите, возможные ошибки и неточности. Также не верьте на слово окружающим. Не начинайте новых дел, пока не разберетесь со всеми начатыми вопросами. Близкие нуждаются в вашем внимании. Проведите с ними больше времени. Весы. Вас ждет загруженный делами день, когда будет необходимо демонстрировать свои лучшие рабочие качества. Не упускайте из вида детали, от них во многом зависит успех всего проекта. Не поленитесь, запаситесь идеями, которые придут вам в голову. Если вы одиноки, возможны интересные знакомства. Скорпионы, вы будете ощущать повышенную тревожность и беспокойство. Возможно, причиной этому стала какая-то вчерашняя ситуация или сложный разговор. Полезно рассказать о своих чувствах, найти решение проблемы. Вечером предстоит много работать, постарайтесь не перенапрягаться. Стрельцы, если старые методы не помогают, посмотрите на проблему с другой стороны. Примените креативные решения. В личных отношениях у вас 6 ноября возможны сложные моменты, ссоры и непонимание с партнером. При необходимости обращайтесь за помощью к своим старым друзьям. Козероги. Проявляйте активность в работе, используйте удачные возможности, тогда вам удастся добиться желаемого и исполнить какую-то свою мечту. Закончите все начатые дела, освободите место для нового интересного проекта. Вторая половина дня будет для вас более плодотворной. Водолеи, вас ждет день с повышенным эмоциональным фоном, поэтому старайтесь не переживать из-за пустяков, спокойнее относитесь к происходящему. Скоро вам предложат заняться новым проектом, закончите свою прошлую работу, выполните обязательства. Снять напряжение помогут приятные разговоры с любимыми людьми. Рыбы, старайтесь не фантазировать и реалистично смотреть на вещи. 6 ноября у вас есть шанс реализовать свою мечту, добиться чего-то важного. Решать проблемы нужно быстро, не откладывая их на потом. Есть вероятность конфликта в семье или с близкими друзьями. Лучше провести вечер в одиночестве, заняться любимыми делами. Новый день 6 ноября всем знакам зодиака принесет начало новых начинаний в творческой деятельности. Звезды знают, что говорят.